Здравствуйте, меня зовут Хохлова Елена Евгеньевна, воспитатель школы 1517. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня я вам предлагаю поиграть в игры малой подвижности. В некоторые мы с вами уже играли, дети дорогие. Ну, кто не играл, научу. А чтобы было веселее, давайте вместе скажем. Давайте вместе с вами потопаем ногами, похлопаем в ладоши. Сегодня день хороший. Итак, начинаем. Первая игра — шел король по лесу. Шел король по лесу, по лесу, по лесу. Нашел себе принцессу и принца нашел. Давайте мы попрыгаем, 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 а ножками подрыгаем, 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 а ручками похлопаем, 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 а ножками потопаем, потопаем, потопаем. Спасибо. Можно так играть несколько раз. Следующая игра. Это глазки. Это глазки. Вот, вот. Это ушки. Вот, вот. Это носик, это рот. Там спинка, тут живот. Это ручки хлоп-хлоп, это ножки топ-топ. Ох, устали, вытрем лоб. Ускоряемся. Это глазки, вот-вот. Это ушки, вот-вот. Это носик, это рот, там спинка, тут живот. Это ручки хлоп-хлоп, это ножки топ-топ. Ох, устали, вытрем лоб. Еще быстрее. Это глазки, вот-вот. Это ушки, вот-вот. Это носик, это рот, там спинка, тут живот. Это ручки хлоп-хлоп, это ножки топ-топ. Ох, устали, вытрем лоб. Молодцы! И наша любимая с вами игра. Тишина у пруда. Тишина у пруда. Не колышется вода. Не шумите, камыши. Засыпайте, малыши. Ква-ква-ква. Просыпайтесь, малыши. Малыши проснулись, к солнышку потянулись. И так можно играть несколько раз. Всем веселого настроения! До новых встреч! Пока!